Привет! Хочешь знать, где и как найти топовый пистолет в киберпанке с озвучкой Гудкова? Тогда смотри это видео! Поехали! Для начала нужно пройти квест по ограблению Арасаки, после которого будет снятие цепления района. Приближая карту Хейвуда, мы видим кучу заданий, из которых нам нужен только один, находящийся между двумя мостами. Уровень опасности очень высокий, но на самом деле опасности здесь даже нет. Находясь уже на этом месте, нам нужно преодолеть забор, забравшись по этой куче макулатуры. Пройдя вперед, мы видим мертвого мужчину, на убийство которого нас могут начать подозревать. В чемодане рядом с ним лежит наш лучший говорящий пистолет. Скиппи, подбираем его. Чего? Повышаю громкость на треть. Обнаружены новые отпечатки пальцев. Это что еще за херня? Обрабатываю запрос. Технические характеристики. Прототип умного пистолета со встроенным искусственным интеллектом. Имя Скиппи. Парень в мусорке. Твой владелец? Проверка памяти. Доступные ресурсы 100%. Все файлы удалены вручную. Возможная причина – краша. Исходный владелец. Данные отсутствуют. Предлагаемое решение отсутствует. У меня оно есть. Я тебе заберу. Обработка запроса. Возражений нет. Имя можно поменять? Нет. А почему? Вообще-то я твой хозяин. Повышаю громкость на 300%. Нет! Для выполнения этого действия необходимы права администратора. Этих прав у вас нет. У тебя все нормально работает? Запускаю диагностику системы. Проверка займет около 47 секунд. Пам-пам-пидам. Чего? Что ты делаешь? Скрашиваю ваши ожидания приятной мелодией. Бум-бум-бидум, бум-бум-бидум-бум. Проверка успешно завершена. Программа Скиппи Альфа версия 0.01 работает исправно. Ладно, ладно, а что ты умеешь-то? Кроме как по ушам ездить. Основная функция – автоматическое наведение. В случае угрозы пользователю – автоматическая стрельба. Выберите один из двух режимов работы. Режим первый – пацифизм и щеночки. Огонь ведется по нижним конечностям противника. Режим второй – хладнокровный убийца. Огонь ведется исключительно в голову. Хладнокровный убийца – как раз по мне. Применяю настройки. Пам-пам-пидам, пам-пам-пидам-пам. Ой. Поздравляю. Выбран режим «Хладнокровный убийца». Приятной резни. Ну вот так выглядит характеристика этого пистолета. Чем выше твой уровень, тем круче пистолет, а его выпущенные пули попадают сами по врагам. Не пистолет, а шедевр оружия. Пам-пам-пидам.